К другим темам. Среди предновогодних пожеланий часто мы слышим и такое: пусть все плохое останется в старом году, а в новом нас ждет только хорошее. Действительно, в Новый год лучше вступать с хорошим настроением. И многое считают организаторы рейда «В Новый год без долгов» в наших с вами руках. Нужно просто заплатить по счетам и жить спокойно. В эти предновогодние дни судебные приставы совместно с сотрудниками госавтоинспекции работают на дорогах города, выявляя должников при помощи камеры «Стрелка». Мы остановили более 20 транспортных средств. Из них выявлено 6 должников с имеющимися задолженностью от 500 рублей до 10 тысяч. Одни забыли о том, что необходимо заплатить штраф или кредит. Другие, как заявляют, даже не знали о своих долгах. Как говорят приставы, многие из тех, кого они останавливали, благодарили за напоминание и обещали в ближайшее время оплатить все просрочки. Каждому должнику, которого мы останавливаем, мы выносим требования об исполнении, требования исполнительного документа. Какой срок? 5-дневный срок. Ежели за это время должник не произведет необходимую оплату, в его адрес начнутся меры принудительного взыскания, а именно арест имущества, ограничения в правах, в том числе в выезде за границу.